все устраивает, почему тогда вы со мной 15 минут общаетесь? Зачем тогда согласились встретиться? Вот отсюда и мусор сейчас. Не надо бояться. Маловероятно, что будет там кидок трубки. Такое тоже бывает, не критично, просто перезвонить. Если вам кинули трубку, перезвонить надо, во-первых, сразу и сказать, извините, звонок сорвался, потому что это может быть на самом деле так и есть. И второе, почему сразу надо сказать, извините, звонок сорвался, потому что человек действительно мог психнуть, мог. Но человек не любит себя считать психом каким-то. И вы даете ему возможность лицо сохранить. Извините, звонок сорвался, да, да, конечно. Мне сейчас просто неудобно. Вот. Если он скажет, да, я так вот просто кину. Это ну, я кину. Да, это я кину трубку. Отлично. Это значит, он будет чувствовать себя виноватым в следующий раз за то, что так психанул. И вы на этом сыграете, правда? Все. Или опять вы, не буду с вами разговаривать. А это немножко другая ситуация. Это когда он не то, что чувство вины не испытывает, а когда он постоянно отсекает. Это имеет отношение к телефонным продажам, не совсем к обработке возражений. Ответ очень простой. То, что вы говорите, не имеет большого интереса для него. Вы его не цепляете. Понимаете, какая фишка? Вот он уже на ваш голос, у него реакция. Это женщина или этот человек, мужчина, ничего интересного не предложит. И кто-то говорит, алло, здравствуйте, это Питер Балтс. Ну, нет, ну, некогда. И друг. Вот так, да? Так каждый раз. Так каждый раз. Вот долбите 3 месяца, он дает 3 месяца, так, да? Ну, да, здесь это не к возражениям, но ответ очень простой. Вы должны его шокировать. И вы, если будете начинать постоянно... Нет, это не я. Это вариант. Я тут уже разделась. Включите вам камеру. Я рекомендую говорить «я люблю вас» до того, как вы представились. «Я люблю вас». Это сразу шокирует. А ну кто это? Кто это? Да это Света из Питера Балтика. Нет, ошибаетесь. Вы исходите из предположения, что человек – существо перманентное, то есть постоянное, как рельса. Это не так. Человек – существо разное. Дал ему пинка, потом пытаешься продать. Продать сложнее. Логично? Чем улыбнулся, а потом пытаешься. Здесь то же самое. Когда вот он просто реагировал на отшивал, а вы ничем не шокировали, особенно приятно, то он находится в этом враже, как бы, да, на автопилоте. Опять свет, так, все, отшиваю. Это, нет, отшива, нет, была не света, ну, неважно. А потом, я люблю, но это как вариант шока, да, это в разные стороны. У вас машина застряла, где застряла? Я в шоке я уже около вас. То вы его шокировали, и у него вот эта вот ячейка, она немножко освободилась. Она была заполнена, Света звонит, автопилот сломался, скажем так. Оп, и дальше уже разговор может пойти.